Сегодня мы продолжаем тему приобретения недвижимости в теплых краях и расскажем о преимуществах нашего российского Черноморского побережья. Поможет нам в этом ведущий специалист одного из крупнейших агентств недвижимости Екатеринбурга Ольга Мельникова. Недвижимость на Черном море покупают обычно в трех целях. Первое – это постоянно проживать там, переехав из далекого северного уголка, да, и проживать уже на юге в теплых краях. Второе – для отдыха, то есть для летнего отдыха, для сезонного приезжать отдыхать и для инвестиций. Все три параметра очень важны. Цены на жилье зависят от нескольких факторов. Самые два я бы выделила главных фактора. Это уровень жилья, то есть в зависимости от того, что вы покупаете. И второй очень важный фактор – это удаленность от моря. Факторы, еще которые влияют на цену на недвижимость, это инфраструктура района, инфраструктура микрорайона. Да? То есть если это построен комплекс, в котором есть и спа-центры, и бассейн, там, и так далее, то есть это уже более элитное или бизнес-класса, конечно же, жилье в таком комплексе дороже. Если это строится частными инвесторами дома, то есть небольшие там, двухподъездные, одноподъездные дома, которые, ну, сам по себе уже управляются жильцами, такое жилье, оно в основном эконом-класса, оно дешевле, естественно. На российском юге представлены различные виды недвижимости, от эконом-класса до элитного жилья. Любой покупатель найдет подходящий вариант, который устроит его и по цене, и по необходимым параметрам. К примеру, взять Геленджик. Однокомнатную квартиру 33 метра можно купить за 900 тысяч на стадии строительства. То есть это примерно как наши улучшенные планировки квартиры 33 метра, да, такого метража, то есть со своим балкончиком или террасой. Но сдаваться будет это в следующем году и под чистовую отделку. И элитный комплекс на первой линии моря, на первой береговой линии, например, 120 метров квартиры-апартаменты, может стоить от 6 до 10 миллионов. Приобретая недвижимость на Черноморском побережье, стоит также учитывать некоторые особенности взаимодействия с местными агентствами недвижимости. Риски покупки недвижимости на Черноморском побережье, они есть. С чем они связаны? На Черноморском побережье в городах нет таких сообществ риэлторских, как у нас здесь в Екатеринбурге, Уральская палата недвижимости, которая в своем составе держит много агентств недвижимости, которые прошли добровольную сертификацию. То есть мы знаем, что покупаем, мы смотрим, какие документы мы можем проверить застройщика, то есть деятельность прозрачна и понятна. На Черном море, так как этого нет, очень много агентств недвижимости, которые, ну, состоят из одного-двух человек. Риэлтор вас не ведет к продавцу напрямую. Сначала заключает с вами договор на подбор, в котором вы подписываетесь под тем, что вы не имеете права вести переговоры с собственником жилья на просмотре. Стоимость услуги озвучивается 3% с покупателя. И плюс заложена скрытая комиссия. То есть вот это та самая наценка, которую вы можете не узнать, потому что вам переговоры вести с собственником запрещено. Вот эта непрозрачность позволяет просто-напросто обманывать покупателей. Обращаясь в сертифицированное агентство здесь, в Екатеринбурге, на подбор недвижимости на Черноморском побережье, вы получаете полноценное юридическое сопровождение. Мы обращаемся только напрямую к собственникам жилья, которые продают такую недвижимость. Мы обращаемся к застройщикам. Проверяем их добросовестность, их репутацию. Немного времени, ваше осознанное желание и помощь квалифицированного специалиста агентства недвижимости. Вот те необходимые слагаемые для того, чтобы уже новый летний сезон вы встретили в своей квартире или в собственном доме на берегу моря. Группа компаний «Новосел» – лидер по нескольким номинациям в Екатеринбурге и Свердловской области. Более 13 лет безупречной работы. «Новосел» сегодня – это 25 филиалов, весь спектр операций с недвижимостью и дополнительные услуги. Получить бесплатную видеоконсультацию специалиста теперь можно и по скайпу. Заходите на наш сайт novosel99.rf, звоните 384-0404.